не боится тушить пожар. Молодцы! Про кого говорят, что они смелее огня? Пожарные. Кто не боится трудностей? Пожарные. Юных спасателей тренировали в Сестрорецке. Увлекательный квест по основам пожарной безопасности провели на базе детского арт-пространства «Литлик». Совместно с сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы курортного района ГУ МЧС России, Всероссийским добровольным пожарным обществом в городе Зеленогорске и территориальным отделом по курортному району УГЗ Главного управления МЧС России по городу Санкт-Петербургу. Не жди! Быстрее! И в дырку окно! Так, и ведро ему. Так, он побежал. Отходим, ведерко отдаем и вперед. Так, главное. Давайте, дети, быстрее, все горит. 10 добровольцев проверили на знание элементарных правил безопасности и средств пожаротушения. Узнали, как ребята будут действовать при возникновении чрезвычайной ситуации. Так участникам надо было проходить полосу препятствий и потушить условный пожар. Кроме оттачивания мастерства пожарных, дети попробовали себя в роли спасателей, бесстрашно пробираясь за попавшими в беду мягкими игрушками, которым затем была оказана первая помощь. Мы хотим привлечь также детские сады для того, чтобы пропагандировать противопожарную безопасность, чтобы дети были всегда подготовлены, знали, что можно делать, что нужно делать в чрезвычайных случаях, чтобы если, не дай бог, они остались одни и попали в сложную ситуацию, они могли предпринять какие-то действия и либо их предотвратить, подсказать своим сверстникам и вообще знать, как нужно себя вести в таких случаях. Вкусно. Как надеются организаторы, такие квесты для юных жителей курортного района будут проводиться на регулярной основе. Принять в них участие можно будет бесплатно по предварительной записи. Это поможет детям сформировать навыки адекватного поведения в различных ситуациях, связанных с пожарами, через познавательно-игровую и интеллектуально-творческую деятельность. Нам необходимо нарисовать нашим потомкам памятки пожарной безопасности. Для этого у нас есть вот такая вот доска. Значит, первое, что нам надо нарисовать, это окурки не бросать. Кто будет это рисовать, поднимите. Ты будешь рисовать. Хорошо. Второе, не оставлять включенным электроприборы. Кто будет это рисовать? Я. Ты. Хорошо, ты рисуй. Я пожар буду. Ты рисуй пожар в таком случае. Конечно. Не забудьте потушить костер тебе. Я рисую. Ты нарисовала. Вот, пропустите. Маленькую девочку ей тоже надо рисовать.